Попытка номер 3. Лис, ты здесь полежишь, а я к Сеньке подойду. Да ты ее отпусти. Кого? Лиса. Как я отпущу, если он кинется еще? Сенька. Медведь на улице. Паша, пошли, Лиса. Пошли, Лис. Лис, пошли. Все. Держи теперь. Да не, он не вниз. Сидеть, молодец. Сенька. Сень, обрежешься об это, не надо. Сень, обрежешься, это очень острое. Давай мы с тобой это уберем. Сеня. И бежать. Сенька. Хвост подожмет и бежать. Сенечка, не надо, он приревнует. Виктор приревнует. Ну что, медведя? Спускается она задом. Сеня, грохнешься, давай задом. Поворачивайся попой и спускайся аккуратно. Ой, за первый раз. Итак, Саша. Смотри, ползает попой. Страшно. Сеня. Она все понимает. Я знаю. Особенно вот эту деревяшку с этим шурупом. Прямо вверх торчащий. Уберем. Сенька. Вот молодец. Ой, ты молодец какая. Ой, попа-то плохо работает. Нет, нормально все. Вот так. Вот, правильно, попой назад. Молодец, Сеня. Боится. Да, спускайся, можно. Пошли в снегу валяться. Пока есть возможность какая-то. Где, говорит, снег-то? Сеня. Все, Сенька, выпускаем тебя на улицу. В воду. Купаться. Где у нас? Вон вода целая есть. Лужа. Пошли, Сеня. Так потом домой сразу надо будет в тепло. Сеня, пошли. Давай, спускайся. Вот. Давай. А теперь Лиса можно домой завести. Где-нибудь закрыть. Виктор, заводите его. Если он пойдет. Пойдем домой. Давай. Лис. Нельзя, Лиса. Нельзя. Лис, домой. Да ты мой зайка. Пошли сам. Лежит пол. Да пускай, господи. Она тут там ищет, наверное. Ей надо вот отсюда дойти. Песок кушает, да, пускай. Ее надо вот туда отвезти. Сенька. Смотри, как она мелкая, обалдеть. Маленькая очень, да. Вообще. На солнышке красивая. Сеня. Иди-ка. Я здесь. Не бойся. Не бойся. Пойду пройдись. Вот, молодец. Ой, падаем мы. Смотри, разогналась-то как. Пойдем наверх, куда пойдем? Коньки. Лиса, пошли за мной. Да он обиделся, Лиса. А что он обиделся? Он думает, что я его заведу и оставлю. Ну, правильно думает, он же продумал. Лиса, пошли. Не пойдет. Хитро мудрый. Умный пес.
всю землю лижет. Ему что-то не хватает ей, в смысле? Да она знакомится со всем. Кстати, ей обёк можно давать, только хороший. Испугалась, видишь, ноги задние сел. В лужу зайди, Сеня, иди в лужу. Наверное, и на Сене хватит прогулок. Лис, нельзя. Не, он не трогает пока, да? Не трогаем, да. Ну, пока никакой не трогаем. А он видел медвежат-то? Лис? Да. А как, они дружили, не? Не-не-не, пошли. Пошли он отсюда. Сенька тебя сейчас цапнет же. Не-не, осторожней. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 а то Сенька тебя укусит же. Все кони пришли посмотреть на медведя крупного. А, кстати, вот кони в медведе вообще недолюбливые. Пришли, смотри, все пришли, смотрят. Дикость, говорит, какая-то, говорит. Смотри, за ним ходят. Ну да, так они его терпеть не могут, медведи. Ой, давайте я подойду, скажу между ними. Ну что, кони? У нас тогда на вязу только так налетали. Вы смотрите, в машину там не залезла. Придется приподнимать тогда. А как, что сделаешь? Не давайте туда залезть в машину. Огромный медведь ходит по территории. Вот это как раз таки овёс. Да. Плохой который. Кстати, можно посадить, из него хорошее вырастет. Смотри, не садись, там же рано. Можно ведёрко оставить? Ну это в мае сеять. Лис, сюда, быстрее, быстрее. Лис, ко мне. Лис, ко мне. А ты звони Сеня. Не, ну давай, не снимай, меня убирай подальше. Я же лису увожу. Убирай в другую сторону, лис. Ко мне. Лис, ко мне. Они просто видят новенький, говорит. И лошади не отрываются уже. Лошади вон все сзади ходят. Ой, дрянь. Как в лесу. Вот. Медведь в лесу. Может, и есть что-то острое. Сенечка, пойдем домой, Сень. На руках не понесешь? Куда? Домой. Пойдем там, Сень. Хватит на сегодня. Пойдем, пойдем, мой сладкий, пойдем. Пойдем, Сень. Опа, Алиса-то охотится. Все, Алиса завернула в одно положение. Она увидела. О, лиса увидела медведя. Ага, только меньше себя, потом пытается охотиться, если честно. Да. Thank you.
Пойдем, мой сладкий. Сеня, пойдем, ничего, пойдем, не пойдем, не пойдем. Пойдем, пойдем. Устала уже. Все, домой потопали. Сень, ко мне иди сюда. Сеня. Иди давай, ко мне. Пошли. Да, я пришла к тебе. Наконец-то я к тебе вернулась. Ты все-таки смогла до меня дойти, да? Да, пришла к тебе. Пошли. Пойдем, Сеня. Пойдем. Пойдем, Сеня. Почти ползет. Да. Ну, нормально. Все, Алиса вообще не отвлекает ни на что. Иди сюда, Сеня. Сеня, залезть. Хоть чуть-чуть, хоть пару лапок туда забрось. Нет? Не хочет. Опа, нашла что-то вкусное. Грязь съела. Грязь скушала. Еда, нормальная еда. Надоели, говорит, каши. Ну, вода. Не хочу, говорит, в воду. Он вообще не хочет ни в какую. Вода, говорит, это страшная штука. Ага. Ой, ты моя. Сейчас. Давай, пойдем. Устала уже. Да. Пойдем. За тобой бегом бежит. А, что-то не позвонили. Пойдем. Устала. На работе. Устала, моя девочка. Не, отдыхаю. Медведя выгуливаю. Все, зеваю, сейчас спать лежу. Ага. Да, еще двух. Мы кахаем, оказывается. Ага, пара медвежей это будет. Угол. Ясно. Ну да. Пойдем. А теперь писаем. Ну, они хотели, да, позвонить. Но у меня вчера был телефон закрыт, поэтому я как бы это... Может, пропустила их звонок. Ой, ты молодец. Пописала, покакала. Да? Да? Ну, мне вчера тут где-то валялась. Подлезать. Вот, а я еще везде бегала, поэтому пропущено было звонков много, но от вас не было, я бы перезвонила бы. Понятно. А, ну да, на незнакомый это я не перезваниваю. Это точно. Пойдем. Сень. Я ездила, так они это. Врач заболел, простывшая. Наверное, мы ее и заразили. Мы что приехали из Ветра.